виртуальные мошенники могут звонить как на городские телефоны, это чаще пожилым людям, так и всем на мобильные, по сети, в различные мессенджеры. Самое главное – не брать трубку, когда звонят с незнакомого вам номера, предупреждают в прокуратуре. Говорят о том, что, к примеру, ваш родственник в беде. Не нужно торопиться и переводить денежные средства. В первую очередь позвоните своим родственникам и узнайте, все ли у них хорошо. И только потом уже принимайте какое-либо решение. Потому что мошенники используют сейчас различные психологические приемы, говорят, что нужно очень быстро, решаются какие-то вопросы, необходимо срочно денежные средства, либо на операцию, либо еще какие-то моменты, но что именно срочно нужно денежные средства. Нужно не верить в это и всегда позвонить сначала своим родным и близким. Суммы таких хищений огромные для обычных граждан, говорят специалисты. Это бывает и 100, и 200 тысяч рублей, и даже миллионы. Нередки случаи, когда люди берут кредиты, чтобы помочь якобы родным, но на самом деле переводят средства преступникам. Действуют они дерзко, быстро, вводят абонента в ступор, запутывают, запугивают, настаивают на срочности денежного перевода, могут и домой прийти за деньгами. Еще один вид преступлений – звонят якобы представители силовых ведомств и начинают запугивать. Если в отношении человека возбуждается уголовное дело, то человек, безусловно, об этом сам будет знать. То есть сотрудники полиции, они в обязательном порядке, когда возбуждают уголовное дело, уведомляют об этом лицо. То есть если вам просто звонят по телефону и говорят, что в отношении вас возбуждено уголовное дело, и не показывают никакие бумаги, ничего в отношении вас, где нет ни вашей фамилии, ни статьи Уголовного кодекса, то нужно понимать, что это звонят мошенники. Преступники используют разные способы, чтобы завладеть вашим вниманием и запугать. Но, как поясняют в прокуратуре, представители любых силовых ведомств не будут решать с вами вопросы по телефону и просить у вас денег. Если человек совершает какое-то административное правонарушение, либо преступление, его всегда вызывают в отдел полиции и непосредственно там уже все предъявляют. То есть в чем человек обвиняется, в каком административном правонарушении он подозревается. По телефону ни сотрудники полиции, ни сотрудники ФСБ никогда не предъявляют никаких обвинений. Это явный признак мошенничества, поясняют в прокуратуре. В любой ситуации, даже если вы взяли звонок с неизвестного номера и поверили, что срочно нужны деньги, чтобы закрыть дело или помочь родному человеку на операцию, сделайте паузу, сбросьте звонок и включите критическое мышление. Подобные преступления расследуются, обязательно обращайтесь в полицию.